Еще вот такой образец я здесь нашла у верхнего пруда парка Кузьминки. Его форма мне напомнила одиночный коралл Ругос, и я подумала, что это именно он и есть. Но, промыв его, я заметила, что нет, это никакой это не коралл, это кремень, но он с вот такими вот прекрасными, замечательными кристаллами кварца. Вот такая вот тут жилка с кристаллами кварца в кремне. Просто на удивление. Я не ожидала здесь такое увидеть. Я, конечно, находила здесь интересные экземпляры тоже с кристаллами. Но вот почему-то не ожидала увидеть здесь такой экземпляр. Такие вполне себе хорошо читаемые кристаллики. Образец можно отнести к видео, что можно найти внутри камня. Что мы здесь видим? Мы видим известняковую рубашку и не понимаем, что же там внутри. Очень непрезентабельный образец, ожелезненный, очень некрасивый. Ну, никто бы его не поднял. Я его подняла только из-за формы, которая мне напомнила одиночный коралл Ругос. И промываем, переворачиваем, вуаля! А внутри-то у нас кремень. Я так подозреваю, если эту рубашку очистить, если ее отшлифовать, то даже, наверное, не кремень, а халцедон. И вот такие вот прекрасные кристаллы кварца. Видите, да? То есть этот очень непрезентабельный на первый взгляд образец не что иное, как когда-то жиода с кристаллами кварца. Это то, что от жиоды осталось. Но, тем не менее, даже этот образец можно отшлифовать. Интересно. Кабошон с кристаллической прослойкой. С кристаллической кварцевой прослойкой на кремне.